Ну, кроме того, что у нас в соседнем селе сперли генератор. Какой? Дизельный, что ли, типа? Ну, типа того. Не знаю, как они там правильно. Это где? Кое-кто переезжал и оставил. Но у нашего русского народа ничего не лежит на месте просто так. Ну, лишнего ничего не бывает. Мы уже купили. Все пригодится. Лишнего ничего не бывает. Мне все пригодится. Ну, я ж такого же мнения. Да всем нужно глаз да глаз, как показывает практика. Да, и могут мешок муки спереть, а дизельный генератор так и подавно. Ну, сейчас кто успел, тот уже купил все такие штуки, они очень нужны. Это в каждой семье. Не знаю, для чего они нужны особо. Свет есть. Ну, знаешь, как у нас тогда не было ни газа, ни света, дом ледяной, такая штука бы пригодилась. Ну, нормально, дизельный генератор будет очень прилично стоить для того, чтобы дом запитать полностью.